Алло. Дим, еще раз добрый день. А, добрый, Андрей. Слушай, у меня другая трубка пока, что-то не могу запустить. А, что там, спокойно у вас или? Да, все спокойно, я уже получил команду от Николаевича, сегодня ездил к этому, к старшему. Да, я слышал, тебе в исходное, дым в трубу, дрова в исходное. Да, и все, я так, короче, двигаюсь, уже подразделение отправляю. Молодец. Ну, приедешь, что здесь увидимся. Так, а по сети там что, спокойно? По сети? Да. Они там не выходят на этой сети больше. А, они же перепрошили, да? Да, да. Но грохота нет, спокойно вроде там? Да спокойно вроде. Тут опять это, бахает. Ну, наши опять изгаляют, придурки. Ну, надеюсь, что мы ошибаемся. Ну, понятно. Ну, я думаю, что все-таки все это прекратится, все-таки, наконец-то, да? Да как бы надо прекращать, потому что мне необходимо еще свои дети, которые в полях остались, забрать. Да, ясно. И все, эти, про процесс переговоров, сейчас, я так понимаю, застопорился из-за того, что наши будут дальше поливать. Продолжают. Ну, я надеюсь, это не наши там какие-нибудь, там, не знаю, эти казаки неуправляемые. Я думаю, с ней разберутся сейчас. Хорошо, я тебя понял. Давай тебе удачи. Будешь здесь на месте, позвоню, увидимся обязательно. Обязательно, обязательно. Ага, хорошо. Давай, брат, удачи. Пока. А, давай, пока.